В 2018 году в Чувашии пройдет около 400 различных официальных спортивных соревнований. Такие планы у Министерства спорта. Задача атлетов – подготовиться и быть на высоте. Особенно серьезно предстоит поработать тем, кто защищает спортивную честь России. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с известной биатлонисткой Татьяной Акимовой. Татьяна Акимова – победительница и призер этапов Кубка мира, обладательница бронзовой медали чемпионата мира. Сейчас вместе с товарищами по сборной готовится к зимней Олимпиаде. Независимо от того, под каким флагом выйдет наша команда, все знают, за какую страну они выступают. Я патриот России, я родилась в России и думаю, в душе быть русской – это уже очень, очень важно. Мы вообще позитивно настроены. Михаил Игнатьев и Татьяна Акимова обсудили вопросы строительства биатлонного центра в Чебоксарах. Совсем недавно вопрос о принадлежности земли решился в пользу спортсменов. Дмитрий Анатольевич Медведев распоряжение подписал о переводе земель, почему не могли достроить. Это подарок к Новому году всем любителям лыжного спорта, всем любителям биатлона, а тем более, кто уже на профессиональной основе занимается. Но это вообще такой хороший подарок. Мы 100 миллионов заложили на следующий год в бюджете. Какие-то средства не хватит. Вот в 2018 году мы реально введем этот объект.